С Днем Ангела, дорогие именинники! Греческие мифы, описывая жизнь языческих богов, говорят о том, что боги эти якобы питались некой особенной пищей, питьем бессмертия, называлась она амброзия. По этому названию существует и имя Амвросий или Амброзий, что означает «бессмертный». Сегодня церковь совершает память человека, которого звали именно так. Речь идет о святом Амвросии Медиоланском. Город Медиолан – это нынешний Милан, один из главных городов Италии. Амвросий родился в богатой патрицианской семье на севере Италии, получил прекрасное образование, был юристом и быстро пошел в гору по лестнице своей профессии. Его назначили префектом в один из городов, и однажды, когда в этом городе избирали епископа после смерти престарелого предыдущего епископа, Амвросий присутствовал в храме для надзирания за порядком, еще не будучи крещенным. Когда споры затянулись, не знали, кого избрать в епископы, какой-то малыш на руках у мамы закричал: «Амвросий епископ, Амвросий епископ». В этом голосе услышали голос Божий. Стали искать Амвросия и нашли его. Благочестивый, мудрый молодой человек, имевший незапятнанную репутацию, однако же не крещенный, хотя в Христа верующий. Его крестили, в несколько дней он прошел все степени посвящения, от подьякона через диакона до священника, а потом до епископа, и вступил в управление Медиоланской епархии. Это был мудрый пастырь. На своей собственной душе, на своей собственной жизни, испытав всю тяжесть священного служения, он написал целую книгу о священных должностях и, кстати говоря, учил и требовал, чтобы никого поспешно более во священство не возводили. Из его жизни мы знаем много примеров. Один расскажем сегодня. Он очень ярко говорит о душе этого мудрого пастыря Христовой Церкви. Феодосий Великий, император, избил множество людей в Фессалониках, когда те взбунтовались. Он пролил много крови и в гневе запятнал себя таким необдуманным убийством. Когда Феодосий захотел прийти в храм Божий и причаститься, Амвросий вышел на паперть и не пустил его в храм. Он сказал: «Тебе, как пролившему много крови, нет места в храме Бога мира». Феодосий сдержал гнев и сказал Амвросию, что и Давид согрешил, однако помилован. На что Амвросий ему отвечал: «Ты подражал Давиду в преступлении, подражай ему и в покаянии». Он не допустил таки в храм Феодосия, он не дал ему причастия, он заставил покаяться и принести покаянные слезы Богу этого императора. Пример сей очень многозначен и очень поучителен. Где подобные Амвросии? Где пастыри церкви, которые могли бы, вот так не боясь, так твердо и смело сказать в лицо справедливое обличение сильного мира сего? Может быть, дух Амвросиевой ревности, как дождь, прольется на души и наших нынешних пастырей, как знать. Сей святой муж оставил заметный след в богословской литературе, в молитвенной жизни церкви. К примеру, до сегодняшнего дня поется в церквях гимн, вышедший из-под его руки «Тебе, Бога, хвалим», который поется на благодарственных молебнах и в дни различного рода торжеств. Достигший старости Амвросий скончался в мире и почитается одинаково с любовью как на Западе, так и на Востоке христианами. Напомним в конце нашей сегодняшней встречи, дорогие телезрители, что мы с вами также призваны к бессмертию, и бессмертие подарено нам, а питьем бессмертия, этой амброзии, которая ведет нас к жизни вечной, для нас является нелицемерная вера, хранимая в чистой совести, и непременное участие в церковных таинствах, из которых главнейшее – это таинство тела и крови Христовой, таинство Евхаристии. Кроме носящих имя Амвросия, мы поздравляем сегодня с Днем Ангела Нила, Сергея, Антона, Ивана и Павла. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.